Ночь в акции «Ночь музеев» – понятие растяжимое. Например, официальное открытие состоится в 18:00 на Малотобольской. А в парке «Изумрудный» в 16:00 барнаульцев ждет развлекательная программа по мотивам советских мультфильмов «Детство навсегда», а также показательное выступление радиоуправляемых кораблей, биологическая экскурсия «Жизнь муравья», выставка экзотических животных и мастер-классы. Будет детское караоке, показ детских мультфильмов, выставки ретро-игрушек и ретро-открыток, выступления духового оркестра, ну и многое другое. Насыщенная программа будет и в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Здесь музейная ночь начнется в 7 вечера. Барнаульцев ждет мастер-класс по изготовлению мозаики из стекла, квиз на тему «Четвероногие герои», а в 8 вечера экскурсия с директором зоопарка. Честно хочу сказать, мы впервые вот в таком формате участвуем в музейной ночи. Приготовили очень интересную, своеобразную программу. Вот. У нас очень много новостей в зоопарке. И обо всем этом мы расскажем в ходе этого замечательного события. Яркую программу для барнаульцев подготовила и команда горной аптеки. Гостей ожидает театрализованная экскурсия, а также застолье, большой чан ароматного глинтвейна и каждые полчаса магические сеансы, путешествия в потайные подвалы 19 века, городские легенды, ожившие духи и многое другое. Три площадки подготовил и краеведческий музей. На одной из них на Ползунова 7 вечера начнутся выступления Центра исторического фехтования, старинного и современного танца, а закончится все дискотекой от команды «Диско 80». Начинаем в 22:00 и танцуем до часу ночи под легендарные хиты 80-х, евро-диско, совет-диско и в конце традиционная дискотека 90-х. Цена входных билетов во все музеи будет составлять 100 рублей, а для удобства барнаульцев продлен и общественный транспорт. Большинство площадок города будут работать до 2 часов ночи. Не проспите. Дмитрий Дроздов, «День с толком».